Лидии Широковой 79 лет. Однако, несмотря на это, женщина продолжает работать и по сей день. Вот уже как полгода Челнинка ежедневно помогает волонтерам в плетении маскировочных сетей. По словам пенсионерки, она родилась во время войны и не понаслышке знает, что это такое. Я хочу, чтобы все жители нашего города, если меня увидят, начали помогать нашим воинам. Здесь, как в цеху, у каждого свои обязанности. Кто-то готовит ленты, кто-то вырезает их, другие плетут и запевают песни. Приходила, песню заводила. Сегодня наша съемочная группа решила тоже помочь нашим волонтерам. Мы ненадолго сейчас поменяемся ролями. Я передаю вам микрофон. Возьмите, пожалуйста. Итак, как нам уже показали, мы берем лоскут, завязываем два узелочка для того, чтобы это все хорошо держалось. И зигзагообразными. Каждый узелок. Ага. Вот примерно так это все и происходит. Да? Да. Самое главное – терпение и делать это все любовью. Цех по плетению маскировочных сетей «Ваша защита» работает уже полгода. Для того, чтобы изготовить маскировочную сеть, волонтеры заблаговременно уточняют у военнослужащих, какой у них ландшафт. Ведь природные условия у всех разные. Плетутся сети на 6,4-метровых станках, а сейчас спросом начали пользоваться и маленькие сети размером 2×3. По словам куратора цеха, помочь им может каждый желающий, как материалами, так и своим трудом. Нам нужны постоянно люди. То есть люди – это самый наш большой, вот, ценность наша, потому что это все-таки ручной труд. Люди устают, сейчас начинается дачный сезон. Поэтому как бы обращаемся ко всем жителям города более-менее. Если есть 2 часа, за 10 минут научиться плести маскировочную сеть – это возможно. Победа будет за нами! Лилия Гатина, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ.